Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру DC Enchanted. Так, что у нас такое сегодня? Ковербокс, это нам не нужно. Так, на почту мне что там пришло? Новинка. 5 дней. Так, Enchanted, стамина 200. И минерал какой-то. Прогресс нулевой пока еще никто не начал. Это нам не нужно, это мы закрываем. Да, ребят, давненько я в нее не играл. Точнее, я играл-то в нее постоянно, но снимал очень-очень мало. И вот решил, ребят, вам показать, что же у нас в последнее время здесь новенькое появилось и кого я себе приобрел. Кстати, сегодня я хочу кое-кого купить. Вот только не знаю, ребята, кого. Хотелось бы, конечно, спросить вашего мнения, но вы очень долго будете мне говорить, а мне уже сейчас не терпится приобрести новенького героя. Так, давайте заберем вначале все, что у нас назарабатывалось за этот промежуток времени. Это мы забираем. Так, это что у нас? О, комиксы. Комиксы, это хорошо, я смотрю, Флэш. Потом Женщина-кошка и Бэтмен и Робин. Слушайте, это неплохо. Я также смотрю, еще тут у нас три комикса. Это Харли Куин, Женщина Вандер, я уже забыл, как ее звать-то. Короче, про Амазонку. Все, понятно. Два комикса про Амазонку мы получаем. Что еще? Cover Art. Да, естественно, нам нужно, ребята, повысить. Надо вначале найти. Я уже забыл, как оно там выглядит-то. Так. Ну, по-моему, не здесь. Не здесь. Да, ребята, это вот у нас из серии Супермена. Вижу. Вот тут надо обязательно улучшать. Doomsday, да? Комикс. Повышаем себе, естественно, этим уровень. Хорошо, один комикс мы заюзали. Теперь, по-моему, остается вот здесь. Надо найти нам. Ага, вот он. Вот здесь, Аквамен. Хорошо, давайте его тоже повышать. Это четвертая часть. Blood Fate. Хотелось бы, конечно, почитать вот эти вот комиксы на русском языке. Наверное, очень прикольно, но это невозможно, ребята. Они практически все изданы на английском языке. Причем они очень дорогие. Это старые-старые еще комиксы. Стоят они прилично. Коллекционеры их скупают с руками и ногами, если вдруг у кого-то такой завалялся. Так, что у нас тут? Про Флэша, я смотрю, да? Новый комикс открываем, естественно, с вами. Отлично. И последний тут у нас остался. Сейчас мы его заюзаем. Где он, интересно, куда он спрятался? Ага. Кто тут у нас? Руги Ребелион. Я не знаю, ребята, вот эта вот горилла, я ни разу про нее не видел ни мультика, ни это, но она здесь есть. И причем я ее, по-моему, приобрел себе. Единственное, что она у меня не раскачанная. В общем, как-то так, вкратце. Ну что ж, давайте, наверное, мы с вами теперь будем приобретать нового персонажа. Для этого нам нужно 1000 вот этих вот гемов. И, по-моему, все. Сейчас посмотрим. Ну что же, заходим с вами в раздел супергероев. И давайте... Эй-эй-эй-эй-эй-эй, подожди. Вот интересно, кого нам взять? Смотрите, у нас по ивенту здесь есть... Так, что нужно, например, для... Нет, пока не хочу. Могу вот ее взять. Причем в легкую. А что вы мне еще можете предложить? Давайте вот здесь глянем, а? Вот этого могу взять. Не знаю, кто это такой. Что за чудило? Вот соблазн обалденный. Так, а здесь у нас кто? Ага, здесь могу Акваменшу вроде бы как взять. Слушай, а почему я не могу, например, тебя приобрести? Что нужно для этого? Ах, нужна карточка еще. Да, ребята, нужна еще карточка на определенного персонажа. И я вот даже не знаю. Слушайте, ну, блин, это из раздела... Люди этот, Человек-фонарь, да, по-моему, там вот эти вот супергерои. У меня взята вот Близ. Один из этих героев взят. Вот здесь у меня кто-нибудь есть, да. Из этих у меня Блэк Манта взят и Океан Мастер. Здесь кто-нибудь у меня присутствует? Да, у меня куплен Супермен. Также Суперменша здесь находится. А, здесь еще и Doomsday у меня приобретен. Кстати, тоже не раскачан еще. Хорошо, здесь у меня только лишь Арис. Только лишь Арис, Амазонка. Я не знаю, кто вот это такая. Ну, а, естественно, из серии Бэтмена у меня, наверное, больше всего приобретено. Это сам Бэтмен, Робин. То есть Робин, Джокер, конечно же. И Харли Куин. А, вот здесь, по-моему, у меня взят.
Ага, смотрите-ка, у меня ни одного героя нет вот из этого разряда. Странно почему-то очень. Неужели мне не выпадала ни разу карточка? Такого быть не может. 2500, у меня сколько? Я могу, ребята, купить себе. Так, а мы сейчас сделаем немножечко по-хитрому с вами. Так, подожди, да как же мне вернуться-то, ё-моё. Давай, вот так вот сделаем. Зайдем вот в этот раздел и вот посмотрим, кто... Вот кто это такие, а? Что это вот за ребята? Я не знаю, например. Ну, давай приобретем, предположим, вот этого паренька. Кто ты такой, а? Ну ведь это же не Супермен. Нет, конечно. А ты кто? Черт подери. А, Черный Адам? Это Адам, а ты кто тогда? Шазам. Шазам, по-моему, что-то знакомое такое. Так, а ты-то кто у нас? Неужели ты гоблин, а? Нет, это какой-то Эклипса. Ну, это я помню, ребята. Это Затана у нас. А вот это кто? Энчантрес. Хм. Слушайте, я не знаю, кто это такие, но... Хочется мне вот почему-то вот этого приобрести. Эклипса. Давайте возьмем на него карточку. У нас очков позволяет, да? Могу же я взять его за 2500? Да, я приобретаю. Открываем этого персонажа сейчас. Так, возвращаемся. Ой, подожди. Не сюда, ребята. Немножечко ошибся я. Да ё-моё, что ж такое-то? Вот здесь. Так, и покупаем. Да. Отлично. Обалдеть, это что за чувачок такой, а? Ну, выглядит он круто. Эклипса. Посмотрим, ребята, что он и кто он. Нью. Ну, тут, естественно, можно его подраскачать. Можно даже сразу повысить ему ранг. У меня карточки, слава богу, есть. Давайте поднимем тогда. Так, увеличили. Хорошо, открылся у нас слот. Под камни. Нормуль. Так, давайте смотреть дальше. Могу еще? Нет, по-моему, не могу повысить. Нам нужно уже 20 карточек для этого. Тогда ставим камни пока. Я единственное не знаю, кто он у нас такой, на чем он специализируется, но давайте поставим его. Так, критический уворот. Критический уворот, как-то бредово звучит это все, но тем не менее вставим. Так, это что у нас такое? Хит, эвэйжн, давай сюда вставим тоже. И еще синяя ячейка у меня остается. Это, пожалуй, так, это что у нас такое? Так, эвэйжн, скорость, уворот. Может быть, на... Давай на ХП ему поставим. Или же вот этот все-таки лучше. Это мощность атаки. Это защита, я так понимаю, да. Хорошо, давайте поставим ему... Да иди ты в баню, ё-моё. Давайте на ХП ему поставим все-таки. Еще красный слот у нас остается. И это, ну, это колдаун по скиллам. Откат более-менее ускоренный. Это крит, по-моему, да? Да, критический хитрейт. Плюс 140 он дает. Это, наверное, все-таки... Ну, давайте, он, по-моему, с мечом там, да? Я думаю, что он будет у нас как даггер. Ладно, хорошо, мы можем, естественно, еще здесь все это дело улучшать. Так, 635 у меня вот этих вот камней сферических. Ну, не знаю, вначале, наверное, я предполагаю посмотреть, что это за персонаж такой. Стоящий он, не стоящий, может, он какой-нибудь фуфло. А мы сейчас в него тут, извините, вольем все. Так, и мы еще можем с вами приобрести уже за гемы. А за гемы мы будем с вами приобретать кого? Мы можем взять вот этого вот чувачка. Ну, это я уже повторяюсь. Ладно, давайте возьмем его, фиг с ним. У нас карточка есть, это все есть. Давайте. Вот чудило-то, а? Что ты дергаешься-то с таким ракезом? С этой лампой, ё-моё, как прям... С лампой Аладдина нафиг тут. Так, мы можем также ему поднять ранг сразу же. Давайте мы это сделаем до ранга S. Так, у него тут тоже открывается все, всякие ячейки. Да, на следующий ранг не хватает, нужно опять же карточки. Но мы можем в него вставить камни. Вставляем, ладно, камни на защиту. Сейчас влепим. Абы что, да абы как. Хоть капельку его немножко усилим. Так, давай мы ему, наверное, еще на крит поставим. И синий камень. Давай вот так вот сделаем. По крайней мере, на вспомогаловку он пойдет у нас. Если что, будет прикрывать у меня. Так, и вот у него активные скиллы. К сожалению, мы пока ничего не можем ему поднять.
карточек, да, нету у нас, ребята. Но что-то у него с ментальным связано. Что я могу взять? Я могу что-то открыть ему, да, смотрите. Могу комикс открыть. Хе. Хорошо. Пускай будет так. А здесь тоже могу, да, и здесь могу, ребята. Last Farf. Ну да, этот какой-то чувак тоже известный по комиксам, но для меня он вообще ничего не значит. Ни разу я его не видел и не встречался. Опыт я ему могу сразу, да? Нет? Нету, ребята, у меня ни одной книжки, к сожалению. Так что пока не получится ни шиша. Ладно, остается нам только посмотреть на него. Но жаль, что все скиллы не изучены, не проучены у нас. И поэтому он будет вести себя очень и очень хреновенько. Так, Эклипс, у тебя что? У тебя ничего больше нету. Скиллов тоже мы тебе изучить новых не можем или можем? Нет, не можем, к сожалению. Ладно, что-то у нас затянулось это все разбирательство. Давайте, наверное, ребят, теперь будем уже потихонечку их смотреть. Что они из себя представляют, да? Что такое? Но новый персонаж скоро будет введен. Апоколипс. Нет, это не то, наверное, что-то. Так, да, бесплатно вот эти надо получить. Как же это я их пропустил мимо? Отлично, все замечательно. Так, ну что, битва? Нет, не битва, давайте в миссию. Да задолбал уже Хаслкас со своими тут предупреждениями лезет. Так, ну что же, можно, наверное, вот в принципе вот здесь проверить на симулятор комбат. Я думаю, что это будет самое то для проверки моих персонажей, новых тем более. Сейчас мы только... Подожди, мне нужен, по-моему, альянс у нас это будет. Так, Горилла Манта. Это все понятно, что Горилла Манта. Так, здесь у нас Флэш, Близ и Манта. Дайте мне новых-то персонажей глянуть. Где же они, где? Так, вот, Чудила. Чё-то я не помню, я его... А, вот, вот так вот. Давай-ка вставай сюда. Потом у нас Эклипса. Его тоже обязательно надо посмотреть. И кто же еще, ребят, у нас? По-моему, мы больше никого не взяли, да? Но знаете, что я вам скажу? Я до сих пор еще не смотрел вот этого вот Чудилу. Во-первых, Думсдэя не видел. И не видел Супермена, что он делает. Поэтому можно даже глянуть это сейчас. Так, давайте вставим его вот так вот. Потом Думсдэя. Все, в принципе. И делаем мы это все, ребята, на автобой. Потому что автобой делает все намного круче, чем ты сам. Ну, можно, конечно, тут выставить вспомогаловку. Обычно мы вот так вот это все делаем. Ну, я думаю, что нам это не понадобится. Ну, так, на всякий случай. Так, давай поставим, наверное, Ариса. И можно еще поставить Другана. Кого бы здесь влепить? Ну, давай вот этого, Татада. Все, я думаю, что нормуль. Теперь запускаем, ребят. Отлично. И будем смотреть сейчас, как... Ну, такой он страшный, а? Ё-моё, противная рожа у него на самом деле. Не кажется? А мне так лично очень кажется. Черт, какой-то противный. Даже непонятно, как, типа, оборотня или кто он такой. Ага. Так, ладно. Это нам не нужно. Тут все у них по стандарту. Радио предупреждает. Ну, давай посмотрим, что ты делаешь. Так, босс, сразу же, да? Так, что он делает, ребят? Вы что-нибудь видите? Я что-то ничего не могу разобрать, что он там чудит. Жесть какая-то. Ага, Эклипс. Эклипс какими-то волнами у нас тут, я смотрю, стреляет. О, нифига он там. Ладно, давай посмотрим теперь Супермена. Ну, Супермен-то должен быть крутым. Воу-воу-воу-воу, что так быстро здоровье-то? Ребят, по-моему, я немножко не ту миссию взял, да? Вам так не кажется? Мы сейчас проиграем. Мы уже проиграли. Погоди, что? Что-то как-то уж больно быстро меня расколбасили. Процесс. Короче, все это дело не завершено у нас. Мы не выполнили босс у нас. Даже это, по-моему, не босс был. А мы все равно не осилили. В любом случае, что тут у нас открылось? Так, мне дают... Ордена? За что? За то, что я проиграл? Ладно. Нет, слишком, по-моему, там как-то мощно. Не то я, ребята, выбрал. Ну-ка, давай еще раз посмотрим. Сколько здесь
показано Стрэндж. Так. Ну, 1275. У нас 1312. В чем проблема-то, я не могу понять. Все должно быть вообще замечательно. И пройти мы должны были на изи. Почему они начали выделываться? Странно. Так, давай еще раз проверим, посмотрим. Не может быть, чтобы вы такие ватные были. Хотя у них ничего не изучено, этих нету. Да я понял, понял, босс. Так. Давай посмотрим. Да ты будешь что-нибудь хорошее это делать, а? Да, давай, Эклипс. Твоя очередь. Ну, вроде так неплохо бомбит. Естественно, их надо, ребята, раскачать, подкачать. Тогда они будут показывать по полной программе, на что они способны. Так. Все тут, конечно, быстро очень мелькает. Вам, наверное, не разглядеть так же, как и мне, что он делает. Да я понял, не надо ни на кого переключаться. Так, босс сейчас скоро уже, по-моему, выйдет. Но в этот раз как-то уже поувереннее Эклипса себя ведет, отлично, очень, очень даже хорошо держится. У нас еще есть подхил, не забываем об этом. Так, а, уже босяра вышел. Все, что ли? Да, мы его порвали. Какой довольный, блин, миссия выполнена. Ну, не знаю, не знаю, ребята. Супермен уровень получил, по ходу дела. Угу. Так, и два задания выполнили. Вот, кроме этого. Эй, подожди, ё-моё, я же хотел отменить. Черт подери, ребят, на автоматическом у меня стояло игре, и он автоматически стал играть. Следующий уровень, блин. Надо отключить это дело. Все это понятно, мы пропускаем. Вот здесь вот выключаем. И давайте глянем Супермена. Уж больно мне хочется на него посмотреть. Я же сказал, а, все, Супермен. Оу, да он вообще ватный. Ё-моё, как же так? Да, ну мы из-за этого Супермена опять проиграли. Ребят, что-то вообще он никакой. Вообще здесь ватник на самом деле. И я уже жалею, что я его взял. Хорошо, что он у меня не в основной компании, ребят, находится. Поэтому... Так, возвращаемся. И что же нам сделать? Попробовать основную сюжетку пройти? Да не нужен мне твой реворд-лист, иди отсюда. Основной. У меня 44% выполнено. Что тут такое? Unchained. Ага, здесь вот еще, да? Можно попытать счастье. Но только, естественно, не этими дурачками, а взять кого-нибудь получше. Например... Нет, что-то как-то не Айс. Подожди, вообще-то можно на героях, но... Выбрать вот этих вот, по-моему, да? H2. Нет, здесь у меня никого нету. Не собрана командочка... Хорошо, давай тогда возьмем сами кого-нибудь. Кого нам выбрать? Выбираем. Давай Флэша. Возьмем Флэша. Так, и найдем, наверное, пати. Да, пускай будет у нас в пати это все дело делаться. Так, нашли, да? Ага, тут тоже флеш, и я смотрю, здесь кто-то непонятно кто. Ну, явно с нами какой-то кореец играет. Потому что все на иероглифах там. Даже никнейм его написан. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас здесь будет. Флеш у меня тоже не особо прокачанный, он всего лишь 24 уровня. В отличие от Ариса. Арис, по-моему, самый сильный, 31 у меня левела. Ну, сколько можно ожидать-то, эй? Где там ребята-то эти? Флеш уже, он бедный... На разминку пошел. Зашибись, да? Чего они так долго подключаются-то? Эй, олухи. Подождите, главное. Ну? Блин, вы что, издеваетесь, что ли, а? Звездец, короче. Блин, и выйти-то, по-моему, я никак не могу. Ага, вот. Прогрузилось, ё-моё. Какой 54 уровень? Офигеть, блин. Так, ну где еще-то этот последний, блин? Вот он, блин. Так, ребята, мой побежал.
Отлично. Дайте камеру. Лучше вот так вот, да, на удалении держать. Так, а этот-то флеш. Ага, это не флеш. А, тут смотрите, 18 уровня, киборг. Ну вот слабак, на самом деле. Что он сделает-то? Так, Арис у меня подключился. Так, нормуль, пока хорошо идет все, ребят. Но враг здесь сильный, сильный. Так, киборг. Киборг живет у него. Но он 18 уровня. Как он вообще здесь может выживать? Опа, я карточку заработал, ребята. Вот это круть. Это очень круто. Так, понеслась. Я не могу понять, что она делает. Вот эта вот девица. Как ее там звать-то? Я же забыл. Эдсквайр или как-то так. Давайте Бэтмена лучше поставим, да? Арис немножко как-то напрягает меня. Так, мое. Никому не отдам. Так, отлично. Нифига они какие уворотливые. И босс. Ну и мухана, ребят. Просто сейчас разберем. Он даже ничего не успеет, наверное, сделать. А почему я один? Где мои остальные-то? Эй! Я не понял, где остальные мои компании. А, они уже здесь. Ну вот, смотрите, как надо бомбить. Сейчас мы его порвем. Все. Хе, сосунок, а не босс. Щегол. Слушайте, все так быстро мелькает. Все так это, я даже ничего не успеваю проглядеть, просмотреть. Так, хорошо, да, мы получили тут опыта. Вот, наконец-то книжка у нас и карточка. Замечательно. Так, нас перекинут на следующий уровень или нет? Сейчас мы это с вами посмотрим. Так, сюда возвращаемся. Нет, погоди, мне не так нужно. Мне нужен именно... Вы что, мне не дадите на выбор уровень? Эй, блин, да ё-моё. Нет, не дали по ходу дела, ребят. Я выбрал соло прохождение. Ну что ж, поделаешь, придется в соло проходить. Так. Ну, здесь он порвет по любасу всех. Так, отлично. Такой шустрый он, офигеть, блин. Попробуй такого говнюка уловить, да? Ну что ты не можешь этого забомбить? Ё-моё, крутишься возле него, как этот паралитик. Побежали дальше. Так, ну что у нас здесь? Ага, солдатики. Хорошо. Арис. Арис вступает в бой. Блин, а справимся ли мы здесь в соло-то? Ё-моё. Я уж что-то сомневаюсь, честно говоря. Бум, дубиной накумарили чувачка. Так, отлично. Здесь справились. Сундук, что там? Ага, подхил. Отлично. Так, ну что, этих сейчас убьем, ворота откроются, мы побежим дальше. Там уже следующая волна стоит. Давай, иди сюда, олухи. Ну что же, получили они. Я просто смотрю за здоровьем, и вроде бы пока нормуль. Если что, ребята, у нас есть подхил. Он, вот он, находится. Вот здесь вот сердечко. У нас два их. Две возможности пополнить себе здоровье. И пополняем мы не только своему персонажу, который у нас сейчас в данный момент дерется, но и всем остальным. Так, что он тут возьмет? Ага, колдаун, откат по скиллам. Понеслась. Надо подхилиться, ребята, на всякий случай. Да, вот он, босяра. Я надеюсь, мы его сейчас завалим. Хотелось бы мне в это верить. Так, аквамен появился. То есть это океан мастер. С какого перепуга я вроде бы его не вызывал. А почему это у меня закрыты мои персонажи? Я не смогу никого взять? Странно. Слушай, ты достал уже. Сморчок, а? Джустифир. Ну, Джустифир, сейчас ты свое отгребешь. Давай, кумарим его. Черт.
травит еще, что ли? Походу, да. Какое-то отравление, да. Все, он, ребята, повержен. Я даже в соло справился с ним. Так, ну и что вы мне даете за то, что я прошел его один? Ух ты, а вот это что такое? Ранг S, отлично. А это что такое? Какой-то модуль. И книжку на опыт дали, вот это хорошо, ребят. Ладно, покинем эту зону боевых действий. И это, конечно, все хорошо. Можно, в принципе, ребятушки, зайти в свою основную сюжетку, да, и посмотреть. Вот где же я... Да, мне нужен 16 уровень. Это 16 уровень личный мой, чтобы открылся вот этот вот режим. Он еще пока в бете, видимо. Но хотелось бы. У меня-то какой уровень, я уже забыл. А у меня всего лишь 6. То есть представляете, сколько мне еще там пыхтеть и радоваться. Так, что вы мне покажете сейчас этот... Ага, ивент. Июльский ивент. Идет с сталькита до сталькита. И можно получить кучу всяких призов. А где этот ивент? Я вот не вижу его, ребята. Так, это почта. Exchange. А, ну это понятно, это карты. Так, это лекция, за них получаем эти камни. Хм, интересно, а где же тут у нас на самом деле идет ивент? Вот здесь, ребята, полная жопа. Я вам сразу говорю. Здесь уже автобой не прокатит. Здесь нужно своими ручонками все делать. И рвут там просто безбожно. Так, Vision Quest. Да, ребята, я, кстати, Vision Quest. Скажу вам одно. Вот эти вот штуки вы зарабатываете в конце. Тут еще золотая карточка, как видите, да? Еще обычная карточка. Короче, делаем так. Заходим в режим. Ставим автобой. И идем пить чай. Буквально минута 40, 45, ну 50. Вот эта шкала вся заполняется. И вы получаете все, что здесь указано. Дается оно, по-моему, если не ошибаюсь, на неделю. То есть за неделю вы будете своими ручками очень долго бороздить. А на автобое, поверьте мне, это очень быстро пройдет. Ну, у кого, конечно, слабенькие, не прокачанные персонажи, то, наверное, может быть, даже чуть-чуть подольше. Ну, как вариант. Так, 3 дня, кстати, осталось. Я обязательно это поставлю потом, под конец серии. Уже как бы для себя чисто. Так, ну что же нам сделать-то пока? Специальные миссии у нас закрыты. Для этого нужно там получить карточку. Тренировка. Не понял, честно говоря, еще пока в чем здесь суть. Очень много чего я здесь проходил, открывал. Но что оно дает, так и не врубился. Так, ну и это у нас, как говорится, обычная история. То есть мы проходим с вами сюжетные эпизоды. Как видите, за них получаем всякие всевозможные призы. Я в данный момент остановился вот, да, именно на этой Кахбак. Кахбак какой-то. Часть третья, в общем. И миссия у нас... Нет, не здесь я остановился, что они мне заливают. Вот здесь я остановился, на четвертой части. И третья миссия. Кстати, нам должны будут дать 5 карточек. Потом еще 5, одну голдовскую. Заманчиво, в принципе. Героях. На героях... Я даже, по-моему, чуть-чуть подальше, да? Нет, на героях я на четвертой, на третьей части остановился. То есть даже до четверочки еще не дошел. Но они у меня потому что слабенькие, еще не очень особо раскачанные. Так что, ребята, их можно понять. Здесь также можно пропускать вот эти вот уровни, используя вот эти вот камни. Только почему-то я не могу понять, что тут рекомендованная сила. А... Миссия выполнена. Так я понял, что миссия выполнена. А почему же ты мне тогда не даешь следующую, а? Если ты такой вот крутой, блин. Непонятно. Так, где у нас еще режимы? Вот батл. Может быть, ребят, попробуем, а? Хотите посмотреть? Хотите посмотреть, как просто меня избивают? Так я вам сейчас покажу, ребят. Давайте старт, например, да? Ищем матч. Эй, блин, жесть. Ладно, прикалываемся вместе. Надеюсь, очень быстро так, фаст. Давай, быстрее мне находи. Ранга у меня, как видите, нету, потому что я тут только и отгребаю люлей. Ну давай, ё-моё, во, нашли, что-то нашли, ребята. И, конечно, взял... слушайте, ну я буду посильнее, по мощам, по крайней мере. Но здесь кореец. Чё, 20... Не, ребят, 29 уровень, да куда? Вы издеваетесь, что ли, блин? Вот вы подобрали, блин. 6 уровень, не 29-й. Молодцы, ничего не скажешь. Круто придумали, блин. Это, наверное, будет очень быстрый бой. Где он?
Иди сюда, Супермен. Я готов. Давай его вот так вот попробуем. Да, ребят, ну вы сами прекрасно понимаете, 29 уровень и 6 это... Это просто жесть. И причем нет вот здесь такого вот баланса, чтобы я дрался именно с, как сказать, со своим оппонентом, да? Ну что это? Хотя на самом деле у меня 24 уровень. Почему он именно так вот сделал? Не знаю. Хорошо, давай еще. Может быть, что-то неправильно делается. Так, что такое? ПВП. Бронзовый ранг, ага. Спасибо. Ну, давай я еще разок попробую. Непонятно, почему он так быстро убивает вообще. Ну вот тут даже 31 уровня я. 24-го. Не понимаю, нету баланса, ребят. Вот именно в ПВП пока нету. Зато в реварде 300 гемов, это очень хорошо. Вот у меня 476 уже есть, плюс 300, почти 1000. Это, грубо говоря, новый герой. Ну что здесь? Я так понимаю, вот это вот ранг идет. Вот это вот уровень. Ну, он, смотрите, он тоже... А, нет. Я в бронзе, а он, по-моему, в серебре. Да, он в серебре, ребята. Означает, что он сейчас будет, наверное, сильнее меня. Причем у меня 6 уровень, у него 15... Не знаю, что это означает. В общем, давайте смотреть. Рексайл, да, против меня? Ну, давай посмотрим. Ну, все, я понял. Файт. Побежали. Давай, посмотрим. Я хоть урон-то ему... Да как вот? Я не понимаю вот этой фигни. Смотри, он один удар сделал, все, мой готов. Я не врублюсь, что нужно сделать. Хорошо, это у нас был ПВП, я так понимаю, с реальными игроками. Там есть еще, если не ошибаюсь, ПВП с компьютером. Quick Play. Вот это что у нас такое? Давай глянем здесь. Что это у нас за режим такой? Хотя я больше чем уверен, что нужно в этом разбираться и нужно драться, потому что повышаемся в ранге, соответственно, нам будут давать какие-то плюшки, это все нам нужно. Ну что, я ищу матч. Тут, а, это же случайно не командный матч у нас, а? По-моему, нет. Ну давай, 23 секунды, хорош уже. Ну, давай, быстрее находи. По ходу дела нифига мы здесь не найдем. Ладно, закроем. Quick play нам не удался. А вот это у нас уже с искусственным интеллектом. AI Battle. Ну. Боном. Ну давай попробуем здесь хотя бы, блин. Ходить искусственным интеллектом, наверное, еще не легче. Сейчас заколбасит, блин. Ладно, Флэш и Океан Мастер. Хлестнулись, блин. В драке. Погнали, ребята, мы не должны оплошать. Так, 27, 36, 38 уровень, понятно? Все равно он, блин, сильнее меня. Эй. Так, отлично, пошло. Хорошо нахлобучили. Блин, очень мало скиллов у меня, ребят. Ну-ка, давайте-ка я его буду вот так вот таранить. Что такое, ё-моё? А, он поменял персонажа, хорошо. Это мне на руку. Он взял эту тигрицу, да? Будем бегать пока, будем бегать. Понеслась. Вот тебе, блин, и понеслась. Меняем. На ты получи. Блин, вот докопалась. Отлично. Пробили малька. На, бумерангом в рожу. Так, убегаем. Что такое? Почему Арис? Почему ты поменялся? Я не понял. Я не нажимал, ребята, на то, чтобы поменяться. Может быть, тут по истечению времени он сам по себе меняется? Так, тихо. Не надо мне тут Куин баловать. Тихо, вот этот удар у нее поганый. Крутящийся. Так, мне нужен Бэтмен обратно, дайте мне Бэтмена. Поменялись, все, нормуль. Да ладно, что, не попали что ли? Какого она уровня-то, это Куин? 38-го, блин. Да, хреново, очень хреново, ребят. Вы сами прекрасно понимаете, что такое 38 уровень. Просто сейчас нахлобучит мне, да и все. Арис, наверное, здесь у меня не справится. И он не справляется, ребят, потому что мы проигрываем. У меня 31, а у него 38. Офигеть, все равно преимущество на 7 левлов. И это очень сильно сказывается здесь. Почему не могут подобрать нормального? Хотя бы на одинаковых уровнях. Нет, обязательно вот нужно взять супер-пупер.
Причем, даже если ты раскачаешься до 38 уровня, ты все равно, блин, получишь персонажей против себя 40-го, 45 уровня. Это неудивительно будет. Ну, давай, я понял, блин. Все равно на один уровень Фенджел какой-то, блин. Ну, что, ну, здесь более-менее еще. Бэтмен, конечно, просирает у меня. Хорош, ты меня достал уже, Океан Мастер. Как он быстро флешек колбасит, а? Вообще моментально просто. Так, ладно, давай поменяемся. Попробуем так. Что-нибудь будет от этого толк какой? Да, ребят, здесь автобой нет. Тут все ручками придется делать. Черт, нифига он наколбасил. Давай, блин, Ариса, срочно. Колбасим. Да быть такого, блин, не может. Ну, 34 уровень, да какого, как... Что, я опять... А, я выиграл? Как это получилось у меня? Я не понял, ребят, если честно. Ну и хорошо, что выиграли. Но он даже почему-то не стал переключаться на других персонажей. Странно как-то это. Победа одна, ё-моё. Спасибо вам большое. Давай сюда эти камни. И вот эти тоже заберем камни обязательно. Так, отлично. Ну, вроде бы не зря сегодня мы сюда зашли. Так, отлично. Что у нас тут по Тиму? По Тиму нифига нету. Что ты мне здесь показываешь? Что мы можем что-то сделать у Супермена? А что, повысить ему ранг? Да, мы можем ему повысить ранг, ребята. Хорошо. Повысили. Появился новый суперкулак. Так, книжка же у нас где-то должна быть или нет? Так, давай-ка мы вот так вот сделаем. Прокачаем его маленько. Ну-ка. Отлично. Вау, сколько тут понаоткрывалось и всякого. А если я, предположим, вот эту вот супермощную, сколько? 9 уровень. Так, 10, 11. Ну и вот эти вот все мелкие книжки сюда вбамбухаем. Так, 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 все, отлично. И он у нас становится 13 уровня. Но это, блин, слабовато все равно. Так, хорошо. Больше нет книжек, нету, к сожалению. Так, открывается у нас что? Пока я здесь ничего не вижу. Нету карточек или есть? Есть, по-моему, ребята, да, апгрейд обязательно делаем. Сразу апгрейд, до какого у нас хватит? До уровня 4-го. Потом, по-моему, нужна будет золотая карточка, если я не путаю. Давай-давай, улучшай. Железный человек. Все, ребят, золотая карточка, а у меня нету. Нету, к сожалению. Делать тоже я пока ее не буду. Мне понадобится это в дальнейшем. А это у нас активные скиллы. Так, мощный удар кулаком. Так, потом что там у нас еще есть? Выстрел лазерами из глаз. Вот это я не знаю, что такое. А, заморозка. Замораживает врага. А, карточки кончились, к сожалению, ребята. Хорошо, давай вставим в тебя камни. Давай посмотрим, какие у нас есть. Так, на атаку, я думаю, наверное, все надо делать, да? Так, воткнем. Так, теперь красный. Красный это у нас... Подожди, подожди. На защиту нет, лучше на атаку. Так, это у нас идет точность, да? А вот критикал как раз не помешает. Отлично. Так, теперь на защиту. На защиту поставим. Хорошо. И, наверное, ресурс. Ресурс, это что такое? Так, эпический... А, эпическое восстановление жизни... Не знаю, что это такое, но поставим. И если я еще, например, прокачаю малька. Так, давай, потратим. Так, ачивку какую-то открыли. Так, это уже уровень 2. Давай до уровня 3. Так, а если 6, да, требует? 6 камней, хорошо, вбахаем.
Все, ребята, 4-й уровень. Я думаю, пока достаточно на этом. Что у нас тут за анчивка новая? Ага. Стамину взяли, плюс 7000 голды. Так, это у нас в прогрессе все, да? В прогрессе. 50 камней. Вот хорошо будет. Ежедневочку какую-то нужно забамбухать. Так. Ранг, что ли? Нет, ранг не могу. 20 карточек Супермена. Где же мне их взять? В тактике... Ага, открыт слот, ребята. Тактический слот, поэтому элитную тактику возьмем. Давай вот это все повыключаем. Элитная тактика. Черт, не могу вот эту взять, да? К сожалению, пока. Хорошо, давай тогда босс-тактику возьмем. Угу. Ребята, эти камни делаются для автобоя. То есть, когда мы составляем с вами на автобой, все зависит от того, какие здесь камни включены, воткнуты. То есть, разные камни делают определенные функции. Где-то на хил. То есть, он может сам хиляться, сам делать какие-то тактические там трюки. Есть, где можно подбирать себе команду. Например, для определенного противника он выбирает определенного героя. Ну и так далее. Поэтому камни — это здесь тоже немаловажная составляющая игры. Единственное, что без перевода, поэтому плохо. Блин, Ариса можем что-то сделать. Что мы с ним можем сделать? Я вижу, что у него стоит... Ага, активный скилл можем поднять ему. Ну, давай вот этот вот. Мы только его и можем поднять, в принципе-то. До 5 уровня, да? До 4-го, нет. До 4 уровня, да, прокачали. Ранг повысить не получится, 20 карточек нужно. А так бы хотелось бы. Хотя у нас, смотрите, уже еще вот здесь вот кого-то мы можем с вами улучшить. Это кого же, интересно мне знать. Океан мастера, а что мы можем сделать? Поднять ему, да, мы можем поднять ему ранг до Б. Так, отлично. Слот открыли. Еще что ли могу? А, нет. Смотрите, офигеть, да? Это уже будет практически эпический персонаж. Но нужно 30 карточек и 3 голдовые. Ха-ха, у меня только одна есть голдовая. Хорошо, ладно. Это у нас все пролетает мимо. Камни. Ну, давай поставим тебе на атаку. Так. На... Подожди-ка, а у меня нет атакующих синих камней. Есть только камень на защиту. Поставим его. Так, и ресурсы. Ну, это энергия, я так понимаю. Пускай будет. Так, хорошо. В тактике нормальная тактика у нас стоит. И пока вроде бы все. Все, больше ничего мы здесь сделать с вами не можем. База. Что за база? Аманда Валер. Но это что-то новенькое. Такого я, ребят, честно говоря, не помню. Билд построить. Бесплатная постройка. Ну хорошо, давай. Upgrade time. Так, expand. Ну, принимаю. Черт, все бы по-русски бы было бы. Было вообще замечательно. Так. Это лаборатория. Это какой-то у нас центр, который я могу улучшить. Ну, давай улучшим. Так, он якобы улучшается, да? Это отмена, что ли? Что, еще могу, что ли? А, закончить. Хорошо, он становится у нас вторым уровнем. Также я могу здесь вот эти вот постройки сделать. Тренировочный центр. Ну, давай, хватит у меня. 50, а у меня сколько? 360, хватает мне. Тренировочный центр. Но как тебе? За один кристалл? Ну давай завершим. Апгрейд 10%. Да, для вас, ребят, наверное, это такой темный лес. Так же, как, в принципе, и для меня. Ну давай быстрее. Центр закончился, да? Отлично. Все, он у нас появился. Также можно тактическую тренировку и еще. Хорошо, это все понятно. Но что-то здесь у нас еще ведь есть. Смотрите, вот тут какая-то... А, лаборатория камней, которую мы с вами вставляем, понял. Хорошо, а вот это что за центр такой? Тактическая лаборатория.
Лаборатория Стамины, технологическая лаборатория и менеджмент-центр. Фу-фу-фу-фу. Ну, давай попробуем. Так, Стамину. Хотя я в ней, в принципе, никогда не нуждался, но пускай строится. Так, и лаборатория у нас здесь. Так. Ресторация какая-то. Эксибишн. Поиск. И продукция. И ничего у нас такого нету абсолютно. Соточка, блин. Какие тут цены заоблачные, блин. Все мои камушки практически забрали, а? Гаденыши, что вам надо? Чего не хватает? А, вначале закончить, типа, предыдущую постройку? Нет уж, пускай строится. База. Ну, это уже, ребята, обычный шопинг, шоп-магазин. Такие цены щадящие. 1864 рубля, вы получаете стартовый пак, где у вас будет Робин. Ага. А здесь 3000 с лишним, здесь будет... я уже забыл, как этого чувачка-то звать. Угу. И это, амазонка у нас здесь, да? Флэш, Затана, ну и Харли Куин. Я так понимаю, что новая какая-то, новое обличие, ну 62 рубля, это вообще копейки, грубо говоря. Так, ну что ж, дорогие мои друзья, давайте мы, наверное, на этом завершим с вами выпуск. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, не утомил, но в ней еще, как говорится, разбираться и разбираться. Так что, если понравилось, то пишем в комментариях, и я продолжу снимать ролики по этой игре. А на этом все, всем пока и удачи, ребят.